Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 22-м уроке. Мы продолжаем с вами изучать компонент Gridbox, конструктор лендингов для Joomla. В этом уроке мы с вами изучим и настроим плагин Google карты. Давайте создадим секцию, разделю на две колоночки. Плюс, если Google карты вы здесь не добавили еще, то добавляем. Авторизуемся. Submit. Карта добавлена. Выбираем. И у нас с вами размещается сразу карта. Теперь нам нужно указать здесь наш адрес. То есть это может быть ваш офис или что-то в этом духе, да, на карте обычно указывают. Переходим в настройки карты, Map Options, и нам нужно сначала получить секрет IP-кей. Кликаем на кнопку Select и нажимаем вот на эту голубую кнопку Get Your IP-кей. Нас перебрасывает на страницу Гугла. Мы смотрим в правую часть, и вот здесь есть такая кнопка «Получение ключа». Выбираем «Получение ключа», потом нажимаем в всплывающем окне на кнопку «Продолжить». Идет подгрузка страницы, мы немножко ожидаем. Далее нажимаем вот здесь вот слева на кнопку «Продолжить» и также немножко ожидаем. Страница обновляется, и мы видим вот такой вот следующий шаг. Название, что-то можете написать. И дальше нажимаем на кнопку «Создать». Идет процесс создания ключа. Все, наш ключ готов. Вот здесь вот напротив ключа, то есть вот это название нашего ключа, у нас есть такая иконочка «Копировать». Мы нажимаем, и у нас уже все скопировано. Можем нажать теперь «Ок». А здесь все. Переходим сюда, на наш сайт. В поле IP-кей мы вставляем наш ключ и нажимаем «Apply». Все, мы ключ добавили. Теперь нажимаем вот на эту кнопку. И нам вот здесь вот в поле нужно указать наш адрес. Мы просто можем прямо по-русски начать вбивать адрес нашего офиса, например. Когда мы вбиваем адрес, у нас уже ниже появляется подсказочка. Я набрал адрес своего дома, проспект Новосандетский. У меня бульвар, видите, сразу само слово подставилось. Город подставился, Ульяновск, Ульяновская область. И, например, дом 16. Новосандетский бульвар, дом 16. Ну, будем считать, что это мой офис. Я из подсказочки кликаю сюда, и у меня сразу карта меняется. То есть вот я вижу школу 64, это рядом с моим домом. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Можете прямо здесь колесом мыши вот так вот двигать, если не видите номер дома. Вот я вижу теперь свой дом, и можно так левой кнопкой мыши кликать и ставить вот такой маркерочек напротив, то есть на нашем объекте, да. И вот здесь, вот в этом области мы можем что-то написать. То, что мы хотим, чтобы всплывало в подсказке по клику, вот по этому якорю, когда уже карта будет на сайте. Как это мы здесь можем прописать? Мы пишем тег вот в таких вот кавычках на английской раскладке клавиатуры. Пишем здесь H1, открывающий тег, копирую. И закрывающий тег вот с таким вот слэшем. И вот здесь вы пишете, например, там, ну, все что угодно. Там, мы здесь, наш офис там, или все, что вы считаете нужным. Я напишу просто «Привет». А вот таким образом и нажимаем «Apply», когда у нас все готово. Вот сейчас даже в режиме редактирования у нас всплывает окно, но здесь я не вижу ничего. Давайте здесь нажмем на галочку «Сохранить» и посмотрим на сайте. Страницу вот эту Google можете закрыть. Смотрим на сайте, кликаю на маркер, и тут даже применяется наш с вами шрифт, который у нас на сайте есть. То есть это обычная Google карта, при увеличении все у нас работает, можно сменить на спутник. И давайте рассмотрим еще настройки плагина карт. Переходим обратно в Map Options. Дальше, вот это у нас, это высота карты. Например, 500 сразу становится больше. Map Controls. Элементы управления, вот эти вот плюс, минус. То есть, если мы сейчас галочку берем, у нас эти элементы уберутся, если вы не хотите, чтобы на карте они присутствовали. Дальше, смотрите, вот Display Inbox. Если мы поставим галочку, то у нас, как я понял, сразу будет подсказка вот эта, которую мы прописали, всплывать. Давайте посмотрим. Save. Обновляемся сейчас на сайте.
И тогда подсказка, она будет сразу по умолчанию всплывать над якорем, над нашим. Давайте посмотрим дальше настроечки. Вот важная очень опция, очень много я слышал, что на лендингах, когда мышка попадает на карту, то не прокручивается сайт, а прокручивается карта, то есть она увеличивается, да? И бывает, что карта растянута во всю ширину, и невозможно из-за этого прокрутить сайт. На мобильной версии обычно это бывает такой косяк. Смотрите, здесь есть классная опция, следующая, скролл, зуминг. Если мы снимаем галочку, то... Смотрите, мышка, я навожу на карту, и прокручивается не карта, увеличивается, да, а прокручивается сайт. Ну, для этого вы можете map control составить, чтобы увеличить можно было плюсом-минусом. Также, вот видите, мышку я зажимаю, я могу двигать карту. Это тоже можно отключить. Вот он, draggable map. Если галочку снимаем, вот вы видите, я навожу мышь, и не появляется такая ручка, да, вместо курсора, и я не могу таким образом двигать карту. И классная вещь, upload маркер. Вот здесь у нас идет обычный маркер Гугла карты, а здесь мы можем загрузить уникальное наше изображение. Это может быть логотип компании, например. Выбираю картиночку. Картиночка желательно должна быть небольшой. Вот вы сейчас видите, да, вместо маркера сразу видно в режиме редактирования у нас наша иконочка. Ну и тут остается у нас только настройки марджина. Обычный, да? Это мы двигаем карту целиком. Или снизу отступ. Все, больше ничего тут нет. Сохраняем. И у нас с вами получается просто замечательная карта с классными настройками. Вот таким вот образом. На этом я заканчиваю этот урок. Я надеюсь, для вас он был очень полезным. Если это действительно так, то да, палец, пожалуйста, вверх. Подписывайтесь на мой канал. Если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить очень классные новые познавательные уроки. Завтра обязательно будет классный урок по Gridbox. Следите за моими новостями, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, я недавно ее открыл, ссылочка будет в описании этого видео. И до нового видео, друзья! Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга, для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней. Если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС. 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы. И даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.